Большая теплица из бруса, дешевая. По итогам третьего года эксплуатации показалась с лучшей стороны. Урожай в этом году, ну, я не говорю, что он там больше, меньше, он стандартный. То есть есть огурцы, есть помидоры. Главное, что есть понимание, как это все получить, особо не напрягаясь. Я, честно говоря, к теплице в течение этого лета практически не подходил. Как-то здесь все росло, как-то здесь все поливалось. Один раз только случайно обнаружили, что уже пару или тройку дней не работает полив. Поменяли батарейку в реле. И теплица в обоих своих секциях работает в этом году самостоятельно. Так что это вполне рабочий агрегат, вполне рабочая теплица. Рекомендую, да что ее рекомендовать. Кто хотел, уже такую теплицу сделал. Действительно, главные особенности этой теплицы, вот еще 12 сентября огурчики висят какие-то. Ну, про помидоры я вообще молчу. Помидоры еще тьма. Вот. Главная особенность этой теплицы — это то, что она установлена на фундамент из уголков. То есть сами деревянные конструкции, за исключением, может быть, каркасов грядок, с землей не соприкасаются. Б. Собрана на строительных уголках. То есть саморезы и строительные уголки. Тем самым теплица имеет возможность как быстро собираться, так и быстро разбираться. Ну и вот эта вот модификация двух теплиц, когда они соединены заедино с помощью единой крыши, и вентиляция маленькой теплицы происходит через большую, тоже оказался эффективным. Вот коротко наблюдизмы 2016 урожайного года. Рекомендую, если кто-то делал по этой схеме, тот знает, что теплица работоспособная. Если кто-то собирается делать, рекомендую, делайте, не бойтесь. Стоит копейки, работает годы. Вот как-то так.